Первый казахстанский миротворческий контингент развернут на голландских высотах. Он состоит из 139 военнослужащих. Миротворцы выполняют задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами. Личный состав расположился на базе ФАУАР и имеет в арсенале необходимую технику и оборудование. Участие в миротворческих миссиях – возможность повысить боевую выучку военнослужащих, считают военные. Контингент выполняет следующие задачи. Это патрулирование, усиление блокпостов военных наблюдателей, эвакуация раненых, эвакуация персонала ООН, обезвреживание взрывоопасных предметов, оказание медицинской помощи и, конечно же, охрана миротворческой базы. Личный состав миротворческого контингента нашего казахстанского расположен на базе ФАУАР. Наши миротворцы обеспечиваются всем необходимым. Это является историческим шагом для Республики Казахстан в контексте укрепления вклада в миротворческую деятельность ООН.